одежду отдавать пришла. Она говорит, мы и вашу дочь будем в закрытом гробу хоронить. Я говорю, как это в закрытом гробу? Потому что она очень вся черная. Я говорю, как черная? Они объяснили тем, что у них подвал затопленный, что холодильники не работают. Мы на второй же день пошли, в подвале смотрели, мы никакой там воды нет. А вышел парень, а мне матом. Какая вроде, хрень, где мне лежать, когда я умру? Я говорю, а мне нет. Я хоть вот старый человек, но я не хочу. Я говорю, я 30 лет отработала в совхозе. Мы к скоту лучше относились. У нас птица, если сдохла, мы в ящичек складываем. Если на центральном теленок сдох, я уже так говорю, он его на сено положили, или корова. Я говорю, а это что? Это что? Говорю, что, говорю, вы делаете? Что вы делаете? Это же люди! Люди! Сама плачу, люди, говорю. Тут женщина лежит на полу, вся черная, вот как моя эта. Ишка вот такая стала.